Здравствуйте, мои дорогие! Декабрь, и я приветствую вас немножечко вот такой грустной мелодией, но я думаю, что картинка очень жизнерадостная и веселая. Это, по-моему, было 2 или 1 декабря. Вот такая замечательная, хорошая погода, но прохладная, дул сильный ветер. Но красиво было невероятно, я наслаждалась просто. А потом я села в поезд и решила тоже вам немножко поснимать с окна вот этот замечательный вид, эти дома, которые я все время проезжаю. Все-таки, вы знаете, иногда далеко работать – это хорошо, потому что вы видите мир из окна, вы видите вот эту красоту каждый день. Конечно, особенно это красиво, когда хорошая погода, когда осень вот такая красивая или когда весна. В общем, жить хочется, когда видишь такое за окном, такую красоту. Вот. Ну, а сегодня утром меня муж подвозил, и я хотела вам показать. Да, ехала не я сама, потому что я трусиха, и там, где нет парковки, я туда на машине не еду. Вот. Ну, а здесь мы сразу с вами попали в магазин TJ Maxx. Там полно всяких подарочных наборов, настолько симпатичных, что я решила вам поснимать. Смотрите, какая прелесть, как упакованы вот эти духи чудесные. Просто класс. А вот эти сумочки, они мне так понравились. Одна серебряная, а одна красная. У меня есть как раз такого оттенка красное платье. В общем, а вот здесь уже Бетси Джонсон. И здесь Jingle and Joy какая-то компания. В общем, Бетси Джонсон, конечно, в этом году прям разошлась на Новый год. В прошлом году я не помню, у нее такие вот украшения классные, яркие, интересные. Здесь тоже какая-то компания Max & Joe. Это браслетик такой в виде снежинки. Но вы знаете, мои дорогие, я удержалась и ничего этого не купила. Вместо этого я себе купила роскошный банный халат всего за $25 и колечко от компании Шаблюль. Надо будет мне фотографию вставить. Вот, ну опять же браслетик от Бетси Джонсон. Что-то еще я сегодня купила, уже не помню. Вот, ой, тоже красивый браслетик, но у меня есть такого типа. А сумочку я, конечно же, забрала. Вот эту красивую. А эту что-то я не знаю, ну, тоже очень красивый, конечно, этот, ой, вот эта сумочка мне понравилась, но мне показалось, что она чересчур вот такая вся яркая, в виде подарка, вот, симпатичная, вот, вообще у счастливой женщины должны быть вот такие маленькие сумочки. Ну и шарфик тоже мне очень понравился, такой широкий шарфик, так что будет меня согревать. Ну, он скорее, конечно, для красоты. Ну и красный шарфик, конечно же, я не смогла устоять. Но я вам обещала делать зарисовки персонажей в метро. Вот делаю. Ну и закончить мне хочется вот такими замечательными слайд-шоу с нашей декабрьской погодой. В Нью-Йорке все сдвинуто. Я думаю, настоящая зима у нас наступит где-то в середине или даже в конце января. Ну а пока вот так. Спасибо вам большое за внимание, за то, что любуетесь вместе со мной красотой. Красота спасет мир. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго, здоровья, успехов и до свидания.